самбо, агрегатор. Все это арбалеты-пистолеты. И в этом, если не основная, то большая их прелесть. Для тех, кто не понимает, почему я вот это называю пистолетом, объясню. 2 года назад вышло видео про пистолет Mamba. 1 год назад вышло видео про арбалет-пистолет Doom Mini. И именно эти арбалеты лежат в основе последующих моделей. Это база. Это база. Вы легко можете из любого арбалета этой линейки снова сделать арбалет-пистолет, просто заменив или убрав приклад. Но зачем-то эти приклады добавили. Давайте постреляем из всех этих арбалетов и немножечко разберемся в этой теме. Ну что ж, давайте теперь в принципе разберемся с прикладами. У нас есть 3 вида прикладов. Тот, который у меня стоит на Mamba, это складной приклад Cobra от Fab Defense. 2-й приклад у нас стоит на агрегаторе. Обычный раздвижной приклад. Выполнен формы буквы G, без подчёчника, с отверстием под тактический ремень. В принципе, обычный, самый обычный приклад. Чуть-чуть болтается. 3-й вариант у нас стоит на Хараоне. Тоже регулируемый приклад. Мне он нравится, честно говоря, побольше. Он задвигается до самого конца, в отличие от того, который стоит на агрегаторе, потому что там есть проблемы вот с фиксирующим болтиком. И он меньше болтается. Итак, погнали тестировать. Я взял все 3 арбалета. Начнем с Mamba. Это Cobra от Fab Defense приклад. Раздвижной, точнее, раскладной. Приклад удобный, но его нельзя регулировать по длине. И вот в данном случае он мне длинноват. Он удобен, безусловно, удобно с ним стрелять, но он длинноват. Но с другой стороны, есть еще вот такая опция. То есть можно затыльник сложить, тут есть появляется еще один, он уже не прорезиненный. Но... Ну ладно, честно говоря, так он мне коротковат. Вот, и я с ним уже достаточно давно стреляю с этим прикладом. И всем доволен. Давайте теперь 2-й попробуем. Следующий приклад у нас стоит на агрегаторе. Господи, как мне нравится, как этот арбалет выглядит. Вот выглядит он прям пипец как круто. Прям офигенски. Ну ладно, это не самое главное в арбалете. И все-таки чувствуется обратный вес. Вот если... Я не помню, по-моему, я говорил в прошлом видео это. То, по крайней мере, может, я это за кадром сказал, но... На арбалетных пистолетах я сказал, что вот то, что обратная система, это не так важно. Но черт возьми, вот сейчас сразу после Mamba, когда берешь, чувствуется, насколько по-другому арбалет ощущается. Гораздо прикольнее, гораздо веселее. Так, здесь выдвигаем приклад. Но здесь, кстати говоря, есть обратная сторона медали, что вот он на максимум под меня выдвигается. А я, напоминаю, 171 сантиметр. То есть, если вы человек повыше меня, то... Вам этот приклад, скорее всего, окажется коротковат, но, с другой стороны, тут сменные затыльники. Ну, они условно сменные. То есть, видите, это отдельная резинка. Сам приклад пластиковый, а здесь стоит резинка, ее можно снять. А вот на том, который на Хароне, там прям нитиками откручиваешь и спокойно можешь поставить себе другой затыльник. Вот. Так, ладно, давайте разбираться с прикладом. Кстати говоря, и отдача тоже вообще не ощущается, при том, что арбалет мощнее, но у Mamba отдача была, у этого вообще нет никакой отдачи. Ну и давайте последний Хараон посмотрим. Хараон вот с таким прикладом. Хотя на нем тоже отдачи нет. Ладно, не суть. Короче говоря, не знаю, вот 2 моих финалиста, это Mamba приклад Cobra от Fab Defense и арбалет Хараон с его родным прикладом. С одной стороны, вот вы посмотрите, насколько этот арбалет маленький. Просто вот малют. Даже если не брать в расчет то, что сам арбалет меньше, а вот именно часть приклада, да, вот он, насколько торчит. Это, конечно, хорошо. То есть в рюкзаке он у меня лежит, вообще места практически не занимает. Но вот с этим прикладом стрелять просто гораздо удобнее. Ну и плюсом, как я уже сказал, тут практически сменный затыльник. То есть он прям вообще тут отдельный. И можно вот 2 винтика выкручиваете, и можно что-нибудь сделать самому или какую-нибудь подкладку сделать тоже без проблем. Вот результат этих 3 выстрелов. Что касается того, насколько глубоко входят стрелы, тут решайте сами. В целом-то я все сказал во время отстрела. Добавлю только, что я восхвалял приклад на Mamba, когда я его туда прикрепил, и у меня и мысли не было, что может быть что-то удобнее. Это я к тому, что разница между этими прикладами есть, но она небольшая. Это не пропасть, это не небо и земля. А вот в габаритах разница большая. Я бы сказал, что разница в размерах больше, чем разница в удобстве.
Поэтому я остановлюсь на прикладе от Fab Defense. Зачем мне большой арбалет, когда можно сделать его маленьким, не потеряв при этом практически ни в чем? Что же касается упоров, то поставив планку вивера, вы открываете для себя поистине безграничные возможности кастомизации арбалета. Существует, наверное, сотня различных вариантов, какое цевьё можно на него поставить. Я просто ленивый, поэтому ограничился тем, что нашел в интернете и напечатал на принтере, собственно, почему бы и нет. Большим плюсом является то, что вы можете сделать рукоятку вот прям под себя, не ограничиваясь даже тем безграничным выбором, который есть на рынке. Однако, как я часто говорю, не попробуешь — не узнаешь. Поэтому давайте вернемся на дачу, где я постреляю и выберу рукоять. Ну что ж, давайте начнем выбирать. У меня в руках сейчас хролон с рукоятью под 45 градусов. Есть мамба с вот классической уже для меня, по крайней мере, рукояткой, с которой я обычно стреляю. И третий вариант — это вот такая вот маленькая тактическая рукояточка. Давайте попробуем, выстрелим и выберем рукоятку какой-нибудь из этих трех вариантов. Пока тут собирался, везде арбалеты повалял в грязи, теперь у меня мамба вся в песке. Но я думаю, что ей на это, в принципе, все равно. Пожалуй, выберу вот эту. На самом деле, самая удобная вот эта оказалась. Но я заметил, что арбалет все-таки заваливается. То есть ты берешь, тебе комфортно, все удобно. Но если обратить внимание, то видно, что арбалет ты держишь вот как-то вот так вот. Да, приходится поднапрягаться, чтобы его выровнять. Так что рукоятку оставляем эту. Итак, приклад выбран. Рукоять тоже. Оптика тоже нужна, судя по всему. И, кстати, да, раз оптика остается, то я решил доделать под нее переходник. Немного изменил форму, тут укоротил, там удлинил, но плюс-минус все то же самое. А что там по охоте? Вы прекрасно знаете, друзья, что я не охотник, но я знаю, что меня смотрят в том числе те, кто ищет арбалет именно для охоты. В своем видео я почти ничего не говорил про скорость, вообще не говорил, и это я только сейчас понял. Дело не в том, что мне нечего сказать про эти арбалеты, они мощные. И как мне кажется, они мощнее, чем версии без магазинов, а агрегатор так точно. Но кому нужны эти циферки? Давайте лучше постреляем с бродхедом, посмотрим, решим. Я провел небольшой тест по фанерке, точнее его разновидность, тест по деревяшке. Я думаю, что охотники лучше меня смогут интерпретировать результаты данного теста и ответить для себя самостоятельно, что сможет этот арбалет на охоте. Моей компетенции хватает только, чтобы сказать, что это точно не заяц и не куропатка. Определенно кто-то побольше. Внимание, что называется, на доску. Получилось прикольно. Смотрите. Я, конечно, одна только по центру прошла, остальные с краю. Но и та, которая прошла по центру, так тут сантиметра 3, наверное, да? Так что это многозарядный арбалет. О, как солнце, смотрите, не знаю, видно вот там. Прикольно. Короче, это многозарядный арбалет, который вот так вот умеет. Ну что ж, друзья, на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока.